Жертвами теракта в Ницце стали более 80 человек, сотни ранены. Многие в критическом состоянии. Среди погибших не менее 10 детей. Трагедия произошла во время празднования главного национального праздника – Дня взятия Бастилии. Грузовик на большой скорости давил людей на английской набережной. Водитель, выходец из Туниса, гражданин Франции, застрелен полицейскими. Уже известно, что среди жертв много иностранцев. Как сообщили в посольстве Беларуси во Франции, сведений о наличии пострадавших в Ницце белорусов пока нет. Посольство продолжает отслеживать ситуацию. Соболезнования семьям и близким погибших выразило Министерство иностранных дел нашей страны. Во французском посольстве в Минске открыта книга соболезнований. Парламентская избирательная кампания в Беларуси набирает обороты. Уже зарегистрировано 44 международных наблюдателя, еще 240 человек как национальные. Появилась информация и о лицах, которые подали документы, необходимые для регистрации кандидатом в депутаты. Подписи сейчас собирают 445 инициативных групп, а уже через неделю начнется выдвижение кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания Беларуси. Сегодня на Славянском базаре в Витебске День союзного государства. Он пройдет под знаком дружбы всех народов и всех видов искусства. У участников детского музыкального конкурса уже через несколько часов жеребьевка, а взрослые конкурсанты выступят в полуфинале, после чего определятся 15 финалистов. Тем временем на пешеходных улицах Витебска продолжит царить творчество театралов, музыкантов-фотографов, художников-поэтов и прочих артистов.